Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ЛФЛ ТВ. Мы с вами присутствуем на матче 1-8 летнего кубка Юго-Запада и Запада 2020 года между командами Аминьева, которые сегодня будут выступать в синей форме, и командой Пищевиком, которая будет сегодня в желтой форме, соответственно, с левой стороны сегодня будет начинать Пищевик. Михаил Першин дает стартовый свисток. Ну что ж, по-быстрому перейдем к стартовым составам сегодняшних команд. Итак, сразу же на первой минуте наносит удар левый полузащитник команд Пищевик, номер 18, Шеренков. Но все-таки вернемся к составам. Итак, Аминьева, Локтионов, первый номер. Центр защиты, Горелов, Мартен. В опорной зоне Роман Шишкин. И тройка атакующих полузащитников, Сыщенков, Погосли и Прудников. В нападении Кирюхин Дмитрий. А в это время Локтионов спасает уже свою команду во второй раз. Тем самым не дает нам огласить полностью состав сегодняшних команд. Кирюхин принимает мяч возле штрафной Пищевика. Ну так вот, переходит в состав команды Пищевик. Крючков, 89 номер. Тройка защитников. Миронов, Самохвалов, Клубков. 9, 15, 77 номер соответственно. Тройка полузащитников. Шеренков, Назаров, Сурмач. 18, 13, 24. И в нападении Жеребятьев. Локтионов великолепно на опережении играет и спасает от неприятностей свою команду. Тем временем длинная передача на Прудникова. Прудников в касании пытался сразу быстро переправить своему нападающему Кирюхину. И великолепно сыграли защитники Пищевика в этом эпизоде. Ну что ж, атака правым краем Пищевика. Жеребятев не сумел обработать технический брак. И мяч за боковой будут водить Сыщенков. Левый полузащитник команды в синем. Данная пара выходит на победителя уже состоявшегося матча между Меркурием и Техносил. Очень интересный матч был сегодня в 10 утра, в принципе, на нашем ЛФЛ ТВ портале. Вы можете посмотреть этот матч в записи. Очень такой, по-своему, драматичный матч был с двумя удалениями у команды Техносилы при ничейном счете 2-2. Они геройски отстояли эту ничью, и как только появился 6-7 полевой игрок, соответственно, два мяча удалось забить подряд, повести 4-2, и лишь в добавленное время, тем временем прострел на дальнюю штангу, великолепно сыграл. Это у нас, насколько мне не изменяет память, Погосян Эрик, да, великолепно постраховал своих защитников. Ну так вот, и Меркурий лишь отыграл один мяч уже практически перед самым финальным свистком, то есть на 60 плюс, и то есть итоговый счет 4-3, и, соответственно, победитель данной пары выходит на команду Техносила. Что касается... А тем временем, смотрите, очень интересная ситуация. Михаил Першин ставит пенальти в ворота Аминьева. К мячу подходит Сурмач, номер 24. Игроки Аминьева спорят. Не понимаю, за что был назначен пенальти. Но при этом главный судья остается непоколебим и свое решение не отменяет. Это было бы удивительно, если бы такой опытный арбитр, такой заслуженный и ответственный человек, как Михаил Першин, отменил бы свое решение. Ну что ж, посмотрим, чем закончится данный эпизод. Прудников в негодовании тоже разводит руками. Не понимают игроки Аминьева, за что назначили пенальти. Но, в принципе, можно повторить. Посмотрите, Сурмач разбегается, и мимо ворот пробивает. Как, знаете, во дворе обычно говорят. Ну вот, в принципе, что и требовалось доказать, пенальти не было. Да, игрок не забил, и, соответственно, значит, такой же и пенальти сомнительное. Ну так вот, возвращаемся к игре. Локтионов входит от ворот. Сразу длинной передачей пытаясь найти своего единственного нападающего. Но, зная Дмитрия Кирюхина, это, по большому счету, нападающий штрафной площади, а не такой гренадер, да, а-ля Артем Дзюба, который там будет за все верховые цепляться, скидывать, там, придерживать что-то. Нет. Это игрок, который больше напоминает небезызвестного Александра Петровича Ширко, который в свое время в «Спартаке» сделал себе карьеру именно на таких, скажем так, мусорных мячах, на отскоках. Там, ну, всегда занимал нужную точку, да, и мяч всегда оказывался в его ногах, что, в принципе, не мешало ему переправлять уже в основном пустые ворота соперника свои забитые мячи. Тем временем Прудников пытается разогнать свою атаку, но неудачное действие. Пытался сыграть он Погосяна, и слишком слабая передача. Вот Дэнни Назаров, небезызвестный чемпион КФЛ,
решил на летнем кубке поиграть за свою бывшую команду. Великолепно обыгрывает Шишкина. Против него Горелов. Передача в край на Сурмача. Сурмач. Навес. Локтионов великолепно на опережение играет. Тем временем Прудников подхватывает в центре поля. Обыгрывает один в один 77-го номера оборонцев Пищевика. Но неудачный удар с правой ноги. Все-таки, если бы мяч был под левой, можно было ожидать очередной пушечный великолепный выстрел от Александра. Что, в принципе, во многих матчах уже этого летнего кубка он показывал. Давайте напомним о том, что Александра в 5 матчах 10 забитых мячей, 7 голевых передач. При этом лишь один мяч он забил с пенальти. То есть, все остальные мячи были забиты с игры. Ну и, коль уж если мы затронули статистику результативных действий игроков, давайте еще также отметим Дмитрия Кирюхина, нападающего, о котором мы уже с вами несколько раз сегодня упомянули. У него 9 забитых мячей, а лучшим ассистентом после Прудникова на втором месте в команде Аминьева является Сощенков, который сегодня также вышел в основе по номеру 18, у него 4 голевых передачи. Что касается игроков Пищевика, то самым результативным игроком является Никита Иванов, у которого 5 голов. И по голевым передачам Жеребятев Даниил отметился 3 голевыми передачами. То есть, в принципе, даже по этой статистике видно, насколько более мастеровиты игроки Аминьева, нежели игроки Пищевика. Потому что, ну, если уж полностью картину группового этапа рассматривать, то Аминьев он брал 13 очков при 4 победах, одной ничьей, 33 мяча забито, 11 пропущено, и вышли, соответственно, они с первого места. А вот Пищевик лишь прыгнул в последний уходящий поезд, набрав 7 очков. И при скромных 11 забитых мячах, и вообще при отрицательной разнице 15 пропущенных. Тем временем Шишкин Роман бьется штрафного, попадает в стенку, неудачно. 18 номер пытается левым краем начать атаку своей команды, но великолепно страхует своих атакующих игроков Мартен, номер 88, центральный защитник. Они с Горелым сегодня, я напомню, составляют пару. Горелов играет под номером 6. Тем временем Пищевик уводит мяч из боковой. Назаров обратно отыгрывает своему полузащитнику, правому девятому. Ну, это Миронов у нас, да. Правый край на Сурмача. Сурмач великолепно. Великолепно. И Локтионов в очередной раз спасает свою команду. Вы знаете, непонятно, почему такая скромная статистика была на групповом этапе. Пока по моментам 3-1. И вот Кирюхин. То, о чем мы с вами говорили. Первый же момент. И великолепно играет Крючков. Все-таки спартаковская школа дает о себе знать. И смог одного из самых результативных игроков нынешнего кубка он нейтрализовать. При довольно-таки убойной позиции. Мячу, в принципе, деваться было некуда. Кирюхин слишком, наверное, расслабленно отнесся к своему моменту. Что ж, за этот футбол может и наказать. Мы об этом с вами знаем и неоднократно уже видели. Прудников с углового на Крючкова. На Крючкова, да, именно на Крючкова. Потому что прямым ударом он пробил вратаря Пищевика. И судя по тому движению нервному, которое сделал кипер, знаете, он не ожидал такого поворота событий. Хотя надо было ожидать. Сурмач на Жеребятева. Назаров. Неудачная передача. Мог Дэнни Назаров вывести 2 в 2 своих партнеров, но, к сожалению, не получилось у него качественно сыграть в данном эпизоде. А то здесь великолепно опережает Прудникова и нейтрализует одного из лучших игроков нынешнего летнего кубка. Самохвалов с мячом. Клубков правым краем разгоняет атаку на Сурмача. Сурмач в центр на Назарова. Немножко рановато отдал передачу. Сощенков. Сурмач отрабатывает назад. Не остановил. Сощенков не попадает в дальний угол. Такой падающий неприятный удар. Мне кажется, Крючков ждал все-таки удар внутренней стороной стопы, но Сощенков великолепно внешней частью подъема пробил. Жалко, что не попал. Но видите, потихоньку Аминьев приходит в себя после вот этих вот трех таких опасных
моментов у своих ворот, когда только лишь игра их великолепного вратаря Локтионова спасла их от несчастья. Аминьо потихонечку уже два момента-то неплохих собрало. У Кирюхина вообще был, мне кажется, 1000-процентный момент. Просто надо было более сосредоточенно к нему отнестись. Но ничего, еще у нас много времени, в принципе. И мяч уходит на угловой. Сурмыч будет подавать с правого угла поля. Посмотрим, может, что-то интересное приготовили нам игроки пищевика. Подача на дальнюю. Иванов неудачный. И Горелов от греха подальше выносит мяч за линию ворот. И теперь угловой удар уже будет с противоположной стороны. Иванов ищет адрес. Прошу прощения, не Иванов, а Ширинков. Сурмыч, дальний удар над правой девяткой. Чуть-чуть пониже. И не факт, что четвертый сейв бы получился у вратаря Аминьо в данном эпизоде. Знаете, такая игра обоюдоострая. В принципе, много уже моментов ребята создали к данному отрезку матча. И это нам говорит о том, что голы в сегодняшнем матче будут. И не один это уж точно. Так, немножко спрогнозируем, да, ход событий. И вот где-то несогласованные действия между игроками обороны и Крючковым. И теперь уже угловой будет у ворот пищевика. Посмотрим, чем ответят игроки в синем. Саченков после двух подач Прудникова подходит к мячу. Саченков был навес на Шишкина, но немножко низковато. Мартена Кирюхина. Горелов уже заносил голевой, скажем так, топор свой для удара, но в последний момент защитник пищевика смог снять мяч с ноги у игрока в синем. Прудников стянул на себя двоих. Передача назад на Локтионова. На сохранение мяча Погосян. Погосян на Шишкина. Прудников против Клубко. Прострел. Такой полупрострел, полунавес на Кирюхин, но грамотная, компактная игра игроков пищевика не позволила дойти, в принципе, потенциально опасного моменту у своих ворот. Тут идет спор между игроками, да. Игроки пищевика пытаются доказать, что сыграли здесь мяч, но не находят понимания со стороны руководящего состава команды Аминьева. Тем временем пищевик пытается в очередной раз начать атаку. Ну, Роман Шишкин, опытный человек, поигравший. И вообще начнем с того, что человек-выпускник Академии Спартака. Также поиграл в Локомотиве, стал обладателем Кубка России в составе этой команды. Поиграл в Краснодаре, небезызвестном последнее время, небезызвестном не только на территории России, но и на территории Европы. Ну и который последние полгода своей игровой карьеры, скажем так, на данный момент игровой карьеры, насколько я знаю, Роман еще собирается продолжить свою игровую деятельность. Ну, последним клубом была команда ФНЛ «Торпедо Москва», которая, напомню, в том году не смогла решить задачу выхода в премьер-лигу, и Роман покинул сей коллектив. Тем временем Жеребятев пытается в одного прорваться к воротам Аминьева. Не получается, к сожалению. Сам же отрабатывает. Иванов. Иванов на Жеребятева. Жеребятев на Назарова. Но Мертен великолепно. На опыте просто. На такой, скажем так, прошу прощения за жаргон, спокухи сыграл. Просто диву даешься. Пока вы знаете, Мертен смотрится более так внушительно, чем его партнер по обороне Горелов под номером 6. Хотя Горелов небезызвестный обладатель Кубка России в составе московского ЦСКА. Тем временем Иванов идет исполнять очередной стандарт в сегодняшнем матче у ворот хозяев сегодняшнего матча команды Аминьева. Пока лишь один из множества моментов сумели создать. Иванов в убойнейшей позиции не попадает в ближний угол. Локтионов уже, скажем так, отвалился, пытаясь
прочитай ситуацию и упав на спину, назовем это так, наверное. Так, момент, конечно, Кирюхин и Иванов должны были делать уже счет 1-1. Тем временем Михаил Першин дает разрешение на замену, и поле покидает Игорь Сурмыч, номер 24, и на поле появляется номер 8, Никита Иванов. Никите Иванову мы сегодня уже говорили, то, что это самый результативный игрок в команде «Пищевик». Ну, в плане голов, естественно. По голевым передачам там все-таки Жеребятев с отрывом ведет. Иванов с мячом теряет мяч. Мертвым в очередной раз отнимает мяч. Прудников прям по центру. Опять с правой ноги. Непонятно, почему Александр использует свою, скажем так, не самую сильную ногу из двух, которые у него есть. Хотя иногда, вы знаете, он так быстро работает с мячом, что кажется, что у него их не две, а четыре. Работал я на матче с Меркурием. И там что-то Ой, не с Меркурием, прошу прощения, а с Бутовой. Там Александр просто потрясающе играл. И раздавал, и забивал. И по центру великолепный мяч с пушечного удара с левой ноги забил. Тем временем Жеребятев отдает на Никиту Иванова. И погасен. В таком полувыпаде нейтрализует лидер атак «Пищевика». Атака правым краем. Зоткин на Жеребятева. Жеребятев, непонятно, какая-то передача. И Прудников уже с мячом. 2-1. Кирюхин открывается великолепно дальнюю, но чуть-чуть неудачная передача. Прудников предъявляет претензии Кирюхину, потому что такие передачи, в принципе, надо читать и надо добегать до той точки, куда отправлялся мяч. Но все-таки... Вот, они до сих пор вдвоем выясняют, уже атака «Пищевика» идет, а они все не могут решить, кто же из них виноват. Прудников, который дал неточную передачу, или Кирюхин, который до конца не побежал. Тем временем Назаров бил прямо по центру и не попадает в левый угол. Вы знаете, те удары, которые были нанесены в правый угол от Локтионова, пока не находят створ. А вот в левый угол от вратаря Аминьева все-таки более удачные были попытки. И Локтионов как раз... Локтионову там и приходилось работать. Ярослав Моисеев мне тут подсказал, то, что по воротам Аминьо было уже 7 ударов на данный момент, и лишь один удар пока был в створ ворот. Ну, не считая того выпада, наверное, еще, да, Ярослав? Когда он на опережение Локтионов выскочил, там ногой отбил, там непонятно, то ли удар был, то ли передача, но все-таки... Ну и перекладина, да. Но мы ее не считаем за створ. Ну, конечно. Тем временем Миронов, касание, прям... Грубо говоря, с 10-метровой отметки наносил удары, если бы не Горелов. Непонятно, чем могла бы закончиться вся ситуация. И вот очередной, 8-й уже удар. 9-й, прошу прощения. И опять мимо. Ну, я думаю, в перерыве руководители команд обратят на это внимание, потому что все-таки в створ надо попадать почаще, иначе... Так можно и до серии пенальти дотянуть, хотя количество опасных моментов и с той, и с другой стороны было немало. Сычинков один в один великолепно обыгрывает, прокидывает между ног Назарову и фолит Дэнни, номер 13. Сычинков быстро разыгрывает мяч. Кирюхин! Второй момент у Дмитрия Кирюхина. И как-то опять он, как-то, давайте называть вещи своими именами, расхлябанно немножко он действует. Пока, то есть, ну, не сконцентрирован относится он к этим эпизодам. Прудников отнимает мяч. Один в один против Самохвалова. Против Назарова. Отлично. Пытается прокатить на Кирюхина. Кирюхин по центру. И гол. 1-0. Мяч забил Костенко Константин. Номер 24. 1-0.
команда Аминева. Ну вот видите, ну чем больше ударов в створ будет, тем и более красочный, и более результативный будет сегодняшний мяч. Матч. В принципе, у Пищевика не так давно было три момента подряд, да, не смогли они попасть в створ ворот. После этого был у Кирюхина хороший момент, да, когда он внешней частью подъема пытался переправить в касание за шиворот Крючкову. И затем уже Костенко в следующем же моменте открывает счет сегодняшнего матча. Между тем, остается у нас 10 минут, и Никита Иванов в ближний угол. Неудачная обработка от Зоткина Валентина. И мячом владевает команда в синем. В принципе, с таким составом Аминева играть Пищевик может и должен. Потому что мы видим, то, что сегодня не подъехали Александр Павленко, небезызвестный. Также не подъехал Александр Самедов. Поэтому надо пользоваться моментом слабины соперника своего. Тем временем Никита Иванов 1-1 против Горелова. Назаров врывается по центру. 1-1. Великолепно Дэнни Назаров и Никита Иванов разыграли двоечку. Только мы с вами говорили, то, что надо пользоваться. И как будто Пищевик за нами подслушивает и использует свой момент. Дэнни Назаров великолепно с Никитой Ивановым разыграли двоечку. И сравнивая сейчас сегодняшний матч, Прудников негодует. Называют это все детским садом, как так можно играть вообще в обороне. Ну, все-таки 4 игрока обороны, и так легко позволять себя по центру разыгрывать. Ну, да, претензии Александра вполне уместны и понятны. Тем временем Маминева у нас снова с мячом. Разыграли мяч с центра. Погосян на Мертона. И Мертон, как настоящий центральный защитник, попроще и подальше на Прудникова. Прудников великолепно ставит корпус, и Василий Самохмалов только остается выносить мяч за боковую линию. Погосян издали, и Крючков без труда берет мяч. Быстрый ввод на Иванова. На Жеребятева, прошу прощения, Даниила. Вот Никита Иванов, Жеребятев. Да, вы знаете, в обороне, конечно, Мертон сегодня, такое ощущение, один за всех играет, и только лишь периодически там ему помогают. Либо кто-то из крайних хавов, там Погосян и Сыченкова, либо там Горелов иногда успевает сузить, скажем так, центральную зону и подстраховать своего лучшего защитника сегодняшнего матча. Тем временем идет атака левым краем у Пищевика. Передача в центр не проходит. Ширенков 1-1 против Костенко. Передача в центр на Назарова. Назаров против Сыченкова. Ширенков ищет адрес. И мяч уходит за лицевую линию. Тем временем замена происходит у команды Аминева. Я думаю, все-таки уже к концу тайма команды уже сейчас не будут шибко сильно рвать. Сейчас спокойненько доиграют, додержат, скажем так, нейтральный счет. И уже основные силы и эмоции, и все остальное будет кинуто на второй тайм. Я думаю, до пенальти никто из сегодняшних команд доводить не собирается, потому что, как известно, пенальти – это не только мастерство, но и лотерея. Иногда и вратари угадывают, иногда и у бьющих игроков ноги едут, поэтому лучше до этого не доводить и решить все в основное время. Да, Костенко прихватывал Назарова. Михаил Першина такими трюками, конечно же, не проведешь. Дорохин. Дорохин появился, кстати, у нас, да, на поле. Вышел он за место Зоткина. Самохвалов. Самохвалов, неудачная передача.
Костенко. Жемякин. А, Кожевников, прошу прощения. Погосян. Заброс такой. Ну, Прудников ждал его на дальний, а Эрик Погосян почему-то решил на ближний. Сыграть тем временем Дэнни Назаров по центру получает. Мяч сейчас гоняет атаку на Никиту Иванова. Номер 8. Прострел на дальнюю штангу. И Горелов. Попроще, понадежней. Мяч уходит на угловой. А подавать его будет Никита Иванов, номер 8. Живников. Передача на Прудникова. Миронов без труда прочитал ситуацию и отыгрывается с крючком. Тем временем Назаров. Ширенкова и Мертен надежно, не суетясь, бивает мяч в аут. Самохвалов на Дорохина. Назаров. Хорошая скрытая передача. Не смотрел даже Дэнни своего партнера Ширенкова, но неудачно пока. Фалит Костенко в центре поля. А тем временем до конца первого тайма у нас остается 3,5 минуты. Так, немножко темп у нас поупал. Первые 15 минут были вообще в плане моментов вообще бомбовые, да, только лишь расхлябанность игроков, атакующих как с одной, так и с другой стороны, помешала увидеть нам побольше забитых мячей. Ну, последние 10 минут вообще все тихо, спокойно, и никто никуда не торопится. Да и действительно, зачем торопиться, еще 30 минут впереди, и распыляться сейчас не слишком-то и нужно. Ширенков на Самохвалова. Дорохин. Дорохин уходит от подката. Горелов великолепно страхует. А между тем на поле у нас появился капитан команды Алексей Камышов. Один из лидеров еще того старого пищевика, который не покинул команду в тяжелый момент, остался и до сих пор радует нас своей игрой на полях Юго-Запада за команду «Пищевик». Иванов входит из-за боковой на Самохвалова. Передача на Миронова. Миронов ищет передачу. Но Миронов больше такими средними длинными передачами. Самохвалов. Неудачная передача на Иванова. И вот уже Роман Шишкин перехватывает, играет на Прудникова. Прудников на Костенко. Опять же правой ногой. Обратили внимание, весь первый тайм Александр играет правой ногой. Пора уже свою левую-то расчехлять. Одному из лучших, если не лучшему игроку летнего кубка. Не знаю, бережет, наверное, для второго тайма. Может, увидим в втором тайме просто бенефис. Тем временем пищевик атакует ворота Аминева. Назаров! Великолепная игра вратаря Аминева. Локтионова Александра спасает команду. Мяч снова уходит за пределы игрового поля. Пищевик снова разыгрывает мяч у ворот команды в синем. Ширенков. От ворот показан Михаил Першин. Игроки немножко так включили ярмарочный режим общения. Начали охать, ахать и апеллировать. Кто-то даже спорить пытается. Михаил Першин объясняет, откуда вы такие правила взяли. Даже отсюда видно негодование главного арбитра сегодняшнего матча. Горелов в центр на Мертона. Мертон обратно на Горелова. 30 секунд до конца, никто никуда не торопится. Прудников на Цыщенкова пытался остроумно сыграть. Александр заведен сегодня. Просто каждое неточное действие своих партнеров, да и свое тоже он критикует. Ну, так понятно, воспитанный в команде «Спартак» не может равнодушно относиться к тому, что происходит сейчас
на поле. Спартаки с детства приучают к победам. Ну, наверное, как и в любой детской школе, и ЦСКА, там, и Локомотив. Между тем, Кожевников великолепно скрытым ударом пытался пробить в правый нижний угол от вратаря. И штанга спасает пищевик от второго гола. А тем временем звучит свисток на перерыв. Ну что ж, дорогие друзья, счет 1-1. Уходим на перерыв. Вернемся через пару минут. Listen. I am right. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather, but now I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we can go make it like Eve and them two locks said. Who not better for about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings. Not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Take them sour lemons, make lemonade and stop sucking. I am right, it ain't no breaking me. I am right. But y'all already know what's underneath. Give me some time and keep applying pressure. Watch me shine like the ex-bad boy. It'll all be fine. Dig down deep, search for the energy I can't lose. Get in touch with that inner energy. Game face on, see this mug, you remember me. Focus out the pain, ignore any injuries. Then again, I am rock, can't really injure me. Ship off a piece, all you gon' get is a little me. Got one from almost every tough time in my history. Hence, the new team rock, brothers, are you still with me? Got a bunch more. During my last stage of misery, my little G's, that shrimp to me. Are you kidding me? I get stronger every time they try to finish me. Don't die, we multiply. Can I get a witness? I am right, no breaking me. I am right. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся мы в сегодняшний матч. Разыграли игроки Аминьо, уже успели потерять мяч. Между тем, по статистике первого тайма, 9-12 по ударам поворотам в пользу пищевика. По ударам в створ ситуация немножко выглядит наоборот. 6-4 в пользу Аминьо. И Аминьо пропускает мяч и забивает второй мяч в сегодняшней игре. Дэнни Назаров. Счет становится 2-1 на первой же минуте второго тайма. А если быть точнее, на 25-й секунде. Да, неожиданно, но пищевик выходит вперед. Мы об этом с вами говорили уже в середине первого тайма, о том, что надо пользоваться таким составом Аминьо. В принципе, ничего страшного здесь нет. На поле, по большому счету, за исключением, наверное, Погосяна и Кожевникова, который выходил на замену, так-то игроки возрастные у хозяев сегодняшнего матча. Все-таки пищевик помоложе, и обновление, которое Олег Есинов начинал делать еще в том году. Плюс на летний кубок приглашены и бывшие игроки, и неплохие игроки севера, Ширинков тот же самый. В принципе, можно обыгрывать Аминьо. Тем временем Жеребятев атакует уже левым краем. Аминьо такое ощущение не вышло еще из перерыва. Очень большие разрывы в зонах. Лишь неточная передача Жеребятева на Сурмача остановила эту атаку.
Не знаю, хватит ли одного Прудникова сегодня для победы Аминьева. Кроме Александра, в принципе, никто так, ну и, наверное, Мертона, центрального защитника команды, сегодня так особо-то никто и не проявляет свои лучшие качества. Ну, разве что Сыченков, если им еще поможет. Ну, Погосян может, да. По тем временем Погосян пытался островную передачу на Кирюхина сделать. Не дошла она. А тем временем длинная передача на Жеребятьева. Локтёнов без труда забирает мяч. А если говорить так называемых именитых игроках, то Роман Шишкин сегодня разве что два раза прочитал какие-то там передачи, которые, ну, в принципе, не составляет труда прочитать практически любому игроку, играющему в высшей лиге ЛФЛ, любой лиге абсолютно, будь то Запад, Юго-Запад или там, условно говоря, Юг и Север. Тем временем нарушение на Сурмыче. Михаил Першин останавливает все-таки, когда игрок лежит на поле, неизвестно, что с ним может случиться. И несмотря на все негодование хозяев сегодняшнего матча, Михаил не обращает на это никакого внимания. Все-таки здоровье в любительской лиге у нас на первом месте, а результат и, скажем так, призы – это вторично. Понятно, что кто-то всегда хочет выиграть, он Прудников до сих пор успокоиться не может. Я думаю, если будет себя так вести, то может быть наказан за неспортивное поведение. Тем временем Прудников начинает потихонечку включать свою левую ногу, но 30 минут простоя дает о себе знать и пытается ставить мяч в поле. Мяч все-таки покидает игровую зону. Жеребятьев уходит от Мертона в центр на Назарова. Назаров придерживает. Один в один против Шишкина. Передача на Сурмича. Сурмыч пытался с Тришем передачей найти Никиту Иванова. И Сыченков великолепно накрывает атакующего игрока желтых. Такая яркая желтая форма сегодня у пищевика. Мне так нравится. Прям так хочется назвать их одуванчиком. Все-таки лет на дворе. Погода прекрасная. Прямо такие, знаете, такие, и они бегут так легко. Как вот, бегут легко, может, на фоне Аминьева, конечно. Но вот напоминает вот цвет и вот антураж весь матч говорит о том, что вот реально такие легкие одуванчики против таких тяжеловесов. Знаете, опытных тяжеловесов, которые до сих пор не могут понять, что они хотят в сегодняшний матч. Между тем, Шишкин передачу в центр на Погосяна и Миронов. Потерял мяч Погосян. Ну вот Погосян включился. Хорошо, Прудников уже не одинок в атакующей линии. Ну, пока, кроме как отбора, конечно, надо еще научиться передаче в сегодняшнем матче вовремя и остро отдавать своим партнерам. Прудников один в один против Самохвалова. Уходит от Самохвалова. Назаров великолепно страхует своего центрального защитника против Прудникова. Прудников недоволен. Михаил Першин увидел здесь. Вот желтая карточка за неспортивное поведение. Ну, мы с вами говорили еще пару минут назад о том, что если Александр будет себя так вести, то он получит за неспортивное поведение. И мы с вами предугадали, в принципе, эту ситуацию. При первом же моменте Александр получает. Продолжает Александр свое негодование. Не знаю, может, раньше времени он решил домой поехать. Может, ресторан где-то он заказал, не знаю, или с девушкой встреча. А может, и вовсе контракт надо ехать подписывать. Мы с вами просто многого не знаем, дорогие друзья. Но что-то уж чересчур неспортивно Александр настроен. Лучше бы так он настроил свою левую ногу на ворота, защищаемую Крючковым. Как говорят, не только во дворе, но и профессиональные спортсмены. Самое красивое и самое лучшее доказательство – это счет на табло. А вот это вот все, конечно, разговоры вот эти вот все, откидки мяча, там, не знаю, споры. Ну, это никакого отношения к самому футболу, к футбольной красоте и эстетике не имеет абсолютно. Тем временем Иванов на Назарова. Назаров один в один выводил Жеребятьева Даниила, но, к сожалению, Даниил не смог переиграть Александра Локтионова.
уже даже команда «Метеор», которая готовится выйти следующей на поле, помогает команде «Аминио» побыстрее вести мяч в игру. Не знаю, может, у них там какие-то дружеские отношения, не слышал, но вполне возможно. Все-таки ЛФЛ – это большая семья, и то, что на поле – это то, что на поле, а за полем, я знаю, то, что многие игроки из разных команд между собой общаются. Да не только игроки, игроки с судьями общаются вне поля, и с представителями СМИ, то есть и с руководящим составом лиги. То есть, ну, такая дружеская семейная атмосфера, естественно, не без изъянов. В хорошей семье без ссор не бывает, но все же дружба преобладает в данном отношении. Ну, так же, как и в профессиональном спорте, мы знаем о том, что игроки ЦСКА, Спартака, Локомотива встречают вместе там и новые года, и дни рождения празднуют. Тем временем происходит замена у команды «Аминио». Погосян, кроме как оборонительными действиями, пока во втором тайме, да как и в первом, в принципе, ничем не отметился, и на поле возвращается Костенко, номер 24. Вы знаете, Костенко сегодня в первом тайме очень много нарушал правил. То есть, да и в принципе, как и все «Аминио», очень много, ну, кстати, по поводу нарушений, за первый тайм три нарушения у «Аминио» и одного пищевика тоже говорит о чем-то, да, то есть больше фолят игроки в синем, и поведение Прудникова уже оправдало, что ничего не могут изменить они. Вот, уже Крючков начинает психовать. Решение Михаила Першина очень интересно. Во-первых, да, Михаил, я так понимаю, увидел передачу назад от собственного защитника в данной ситуации. Вот почему негодовал вратарь пищевика. Отводит мяч на положенные 8 метров от линии ворот. То есть сейчас все игроки пищевика должны будут выстроиться на линию, включая вратаря. Да, вот об этом Михаил Першин и указывает обороняющимся игрокам. То есть назначен свободный удар без наказания. Интересно. Интересно, розыгрыш. Но свободный удар, мы знаем, то, что прямой удар не идет. Только с розыгрыша. У мяча Прудников, Горелов и Шишкин. Любой из этой тройки, я думаю, с такого расстояния 8 метров может порешать. Вот смотрите, да, вот Михаил Першин обращает внимание на Крючкова, то что тот вышел почти на полметра, возвращает он его на исходную позицию, опять Крючков покидает. А кого, да, Михаил Першин опять вышел Крючков. Желтую карточку, по идее, надо показывать за неспортивную. Затягивается у нас этот розыгрыш. Категорически не хотят этот удар. Судя по всему, Прудников на Шишкина. Шишкин удар низом и 2-2. И 2-2. Вот так вот. Вроде ничто не предвещало беды, да, и прилетело откуда не ждали. Передача назад собственного защитника. Вратарь, не разобравшись, взял его в руки. Свободный удар. В 8 метрах. Розыгрыш, удар, гол. Вот Роман Шишкин, да, мы только говорили с вами о том, что он ничем в первом тайме нам не запомнился. Смотрите, первый же такой более-менее интересный розыгрыш. И Роман напомнил о себе. Тем временем Дэнни Назаров уже сразу пытается вернуть паритет, собственно, в пользу своей команды. Удар издали, но, к сожалению, неудачно. Ну что, первый тайм 1-1, уже 1-1. То есть у нас первые 15 минут таймов результативные. Ну посмотрим, будет ли второй тайм отличаться от тайма первого, будут ли команды играть до конца основного времени, а не вспышками такими, 15-минутками. Все-таки 15 минут для команд высшего дивизиона, не знаю, по мне это мало для футбола. И коли уж ты готовишься к чемпионату, надо показывать хотя бы уже 40 минут, потому что команды сыграли по 5 матчей. В принципе, какие-никакие игровые кондиции команды уже обретают. Тем временем Самохвалов получает мяч. Ярослав Моисеев сказал мне о том, что сегодня душно, может, из-за этого.
у них не получается. Ну, мы с ним немножко подискутировали на эту тему. Великолепно же, ребятев, один в один. Горелов обыгрывает передачу от центра на Камышова. Удары издали неудачно. Вот, и, кстати, Шеренков показывает Камышову, что, в принципе, можно было дать налево, и Евгений бы один на один бы смог разобраться с вратарем команды Аминьева. Ворот вводит вратарь Синих. Передача на Прудникова. Прудников на Кирюхина. Кирюхин на Костенко. Костенко на Прудникова. Такая троечка интересная получилась. Тем временем Сыченков уже с мячом на левом краю. Один в один против Камышова. Неудачно. И Роман Шишкин страхуется у атакующего инсайда. И сохраняет мяч для собственной команды Мертен. Ищет адрес. Такой полупрострел на Прудникова хотел сделать неудачно. Камышов. Камышов на Миронова. Миронов длинная передача. И на Жеребятева великолепно ставит корпус. Горел, не давая добраться нападающему пищевика до мяча. Тем временем Костенко. Такой, знаете, сдвоенный центр. Шишкин, Костенко, у Аминьева. Проблематично, я думаю, будет дотянуться. Кирюхин апеллирует к арбитру, показывает, что Самохвалов нарушал правила на нем, но здесь была обоюдная борьба, оба друг друга вязали руками, и непонятно претензии 50-го номера команды в синем. Вот Роман Шишкин также интересуется у Михаила Першина, почему не назначен штрафной. Михаил с улыбкой объясняет, что в чью сторону, то, собственно, его и показывать, если оба друг друга вяжут, как в вольной борьбе. Тогда спорный мяч, наверное, нужно вводить в таких ситуациях. Я не знаю. Переписывать правила футбола. Мертен локтем играет. Жеребятев просит наказание для центрального защитника команды в синем. Михаил Першин, опытный арбитр. И в прошлом и футболист. И такими, знаете, зазывалочками-то его особо не подначишь. Тем временем Горелов нарушает правила против Жеребятева. Прудников извиняется за своего защитника перед игроком. Перед игроком гостей. И Ярослав Моисеев мне напоминает о том, что у Аминьева уже седьмое нарушение в сегодняшнем матче. И, в принципе, при таком, можно так назвать, в кавычках, игровом подходе, я думаю, еще мы увидим наказание в виде карточек для хозяев сегодняшнего матча. Тем временем Шеренков подходит к штрафному. Посмотрим, чем сможет удивить 18 номер гостей. Удар в ближнюю девятку. Великолепно играет вратарь Аминьева Локтионов. Мяч уходит на угловую. Камышов. Быстрый розыгрыш. На Миронова. Не дотягивается до мяча. Смертоном ввел борьбу он. Жеребятев впускает мяч за боковую линию. Смотрите, вот если внимательно посмотреть сейчас, да, на поле, то у Аминьева очень сильно провал в скорости идет. Все-таки пищевик быстрее действует и на опережение успевают играть. Но вот Аминьева, у меня такое ощущение, затягивает уже время и не думает ни о какой атаке. Видите, Прудникова уже кинули на острие атаки. Кирюхин почему-то играет правых инсайда. Не знаю, насколько это оправдано. А тем временем Назаров на Жеребятева. Жеребятев! Шеренкову отлетает мяч. Не сумел переправить. И тем самым сделать позитивный счет для своей команды. Но ничего. Продолжает атаку. Свою атаку пищевик. Назаров. Назаров край на Клубкова. Клубков на Камышова. Камышов на Шеренкова. Не получается. Сыченков. Сыченков на Кирюхина. Кирюхин. Скидка на Прудникова. Прудников отрывается от Самохвалова. Да идет ли до мяча? Нет. Крючков великолепно страхует своего центрального защитника. И нейтрализует опасность у своих ворот. Видите, Кирюхин вернулся у нас все-таки на острие атаки. Я уже говорил о том, что непонятно, как может атакующим инсайдом быть игрок, который, извините, ну там лишние там 2 метра не собирается бежать, а все-таки Прудников и моложе будет, минимум лет на 10, и в гораздо лучшем тонусе,
Его задача, наверное, разгонять все-таки атаки, а не Кирюхина, который великолепно умеет освободиться от защитника и все-таки забить свой мяч. Я думаю, Дмитрий сможет сегодня отличиться, он найдет все-таки свой момент. Тем временем Горелов на Прунников, Прунников скидка в угол и не попадает. Крючков, мне кажется, потерял немножечко ворота и даже никакого действия в сторону мяча-то и не сделал. Вот так вот немножко разменялись, да, у нас команды такими полуопасными моментами. Если удар Шеренкова накрыли, то здесь просто Александру Прунникову не повезло. Тем временем Жеребятев бьет в дальний угол. Островат угол был для Даниила. И Локтионов так спокойно проводил мяч за лицевую линию. Тем временем Прунников неудачная обработка. И Миронов убивает мяч за боковой. Костенко назад на Мертена. Мертен приучил на сегодняшнем матче подальше попроще, да, в сторону своих атакующих. Он делает такие забросы и полузабросы. Ну, сейчас защитники Пищевика уже сыграли просто. Шишкин. Шишкин обратно на Костенко. Костенко перевод на Сыченкова. Сыченков ищет адрес, убирает, но за наложим замок Самохвалова. Прудников. Прудников на Кирюхина. И почему Рудников почему-то предъявляет претензии к Кирюхину, непонятно. А тем временем Камышов. Камышов по центру. Шишкин. Шишкин, мастера видно издалека. Ну не просто так, 17 лет человек вызывался уже в сборную России, в основном, не только в молодежную. Помним его великолепный удар в матче с Интером. Вот 17 лет, когда он попал в перекладину, там метров 40, да. Ну и вот, я думаю, в 33, набрав 16-летний опыт выступления на высшем уровне, здесь справиться с Алексеем Камышовым не составило большого труда. Вот и смотрите, Шишкин активировался. То есть то, о чем мы с вами и говорили, да, если не только Прудников будет рвать и метать, а еще кто-нибудь хотя бы наполовину включится в сегодняшний матч, то шанс Аминьева повысится в разы. Горелов, технический брак. Ну, в принципе, он свойствен в таких эпизодах для защитников. С координацией все-таки у защитников немножко похуже будет, чем у атакующих. Они менее пластичны, скажем так, и резки. Тем временем, ой, в крестовину попадает Назаров, мог оформить хет-трик. Локтионов уже провожал мяч, если честно. Он хоть и выкинул руку на удачу, так, в стиле известного советского и российского гандбольного вратаря Андрея Лаврова, но я думаю, это бы сильно не помогло. Камышов великолепно отрабатывает. Не дает дойти мяч до Сыченкова. Костенко. Костенко выжидает пауза. Отдает на Шишкина. Шишкин против двоих. Ох, как эстетично Роман обыгрывает. Вы посмотрите. Ну да, если в Краснодаре тебя ставят в опорную зону, значит у тебя техника минимум. Как у Лукаса Бариуса. Или кто там у нас еще был из атакующих игроков, которые могли бы из защитников поиграть. Тем временем Клубков с мячом. Передача на Камышова. Камышов на Жеребятева. Горелов использует руки. Горелов, видно, поднаелся уже. Да, тяжело. Тяжело дышит. Шестой номер. И Шеренков. Локтионов. Жеребятев подбирает мяч. Один в один против Мертена. Центр на Назарова. Назаров против Шишкина. Пытается раскачать пятого номера. Назаров в центр. Но почему-то Шеренков не понял и остался на месте. Не пошел он под мяч. И тем временем происходит замена у Пищевика. Камышов покидает поле. Иванов выходит. Никита. И выходит Сурмыч за место Клубкова. Соответственно, 24-й за место 77-го номера. То есть Пищевик переходит у нас на более атакующую такую модель. Сурмыч, напомним, начинал у нас как правый атакующий полузащитник. Сейчас оставит пару с Самохваловым. Я так понимаю, в центре обороны Шеренков. Только жестковато Роман Шишкин против него сыграл. Шеренков в край на Сурмыча. Снова Шеренков. Ищет адрес. Переводит на другой край на Миронова. Миронов. Миронов центр на Самохвалова. Самохвалов на Шеренкова. Шеренков один в один против Костенко. Шеренков ждет, выжидает. Ой, неудачная передача Прудников. Один в один против Самохвалова. Посмотрим. Ну, Александр. Да какой же он мощный Александр. Александр Великий, да? Продавливает. Но неудачно. Роман Шишкин немножечко сыграл. Так, будь чуть порезче, конечно, могли они ответить игрокам в желтом своей двоечкой.
назовем ее спартаковской. Спартаковская двоечка. Или академичная двоечка, да? Так как оба выпускники Академии Спартака. Ну да, ну Роман Шишкин как академик действительно сейчас сыграл, так вальяжно, так спокойненько. Думал то, что игроки Пищевика, наверное, тоже подсели. Ничего. Тем временем Костенко. Костенко на Мертена. Мертен сохраняет мяч для своей команды на Локтионова. Сыченков пускает с левого края. Получает мяч. Горелов. Нет, Костенко. Горелов. Костенко. Так, в мелкий пас начинают играть игроки Аминьева. Прудников. Неудачно, неудачно. Александр играет. Ой, ошибается. Сурмач. 3-2. Александр Прудников забивает свой мяч. Пахал, пахал и допахал. Даже так рукой махнул в сердцах Александр. Наконец-то это все закончилось. Вот смотрите, да, в первом тайме сегодняшнего матча Александр Прудников бил у нас около 3 или 4 раз правой ноги. Все это было либо вратаря, либо мимо. И вот первый же удар с левой ноги в дальний угол. И Александр выводит свою команду вперед. Почему же раньше он не включил свою знаменитую левую ногу? Непонятно. Вот, наверное, для этого момента он ее и готовил. Тем временем Пищевик разыграл у нас мяч из центра поля. Ширенков, Ширенков, Назарова. Назаров 1-1 против Погосяна. Ну, Михаил Першин здесь увидел движение в сторону игрока. Не согласен Назаров с Першиным. И за что и получает желтую карточку. Да, по желтым карточкам у нас 1-1, обе за неспортивное поведение. Напомним, у Аминьева ее получил Александр Прудников за откидку мяча. А здесь за спор с арбитром у Пищевика за спор с арбитром получил, соответственно, Данил Назаров номер 13. Кожевников с мячом в центр на Сыченкова. Да. Да, Назаров. Сыченков. Посмотрим, сможет ли Пищевик отойти от такого гола, который, в принципе, не намечался, если честно. Но вот действуя не на своей позиции, Игорь Сурмыч, Ирман Сурмыч, прошу прощения, привез гол в свои ворота. Кожевников. Дает передачу в край на Сыченкова. Сыченков. Тем временем у нас остается около 6 минут без добавленного времени до конца игры. И... Да, Кирюхин в игрока играет в данный момент. Руководитель Аминьева спрашивает, что было. Ну, не знаю, какое это имеет отношение к футболу, если игрок не пытается в мяч играть. Тем временем Назаров пытался разогнать, но Мертен великолепно прочитал очередной раз действия атакующих игроков команды Пищевик. Иванов все таким мини-футбольным, таким мини-футбольной подкидкой направить на Ширенкова мяч, но не получилось. Тем временем замена Прудников возвращается у нас на поле. Погосян. Посмотрите на Горелого, как тяжело он дышит. Уже руки в боки даже. У шестого номера игрока Аминьева. Может дать отдохнуть, хотя 6 минут. Ну, не безызвестно, что защитникам как раз тяжелее всего последние минуты. Первые 59 они легко проходят, более-менее в тонусе. А вот последние минуты, когда ты уже чувствуешь приближение финала матча, не финала кубка, естественно, финала матча, все-таки немножко расслабляешься, плюс усталость и концентрация теряется. Ну, посмотрим, хватит ли защитник до конца игры. Мертен тем временем в очередной раз великолепно играет на предпоследнем рубеже обороны своей команды. И уже вот Аминьев, видите, так попроще выбивает мяч. Я думаю... Вот Кожевников выдвинулся вперед, свеженький, 23 номер. И, в принципе, наверное, сейчас на отрыв, если расчет будет, все-таки Самохвалов тоже без замен отыграл. Тем временем Ширенков, ближе угол. Очередной спор происходит. Ширенков спрашивает Михаил Першина, что было. Михаил Першин показывает то, что мяч отскочил в руку. А мы знаем о том, что были приняты поправки еще уже в том сезоне 19-20, а 18-19, о том, что в атаке на три четверти поля, на три четверти чужой половины, в атакующей линии, если мяч сейчас как газона в руку, то эта игра рукой считается у атакующего игрока, а вот у обороняющегося игрока это называется технический брак. Да, напомню немножко правила футбола,
для любителей ЛФЛ. Тем временем Прудников такой, таким забросом пытался Крючкова перехитрить, неудачно. Крючков быстро выводит мяч в игру на Миронова. Миронов на Иванова. Иванов ищет адрес. По краю на Жеребятьев. Жеребятьев не понял. Жеребятьев немножко в центр так двинулся, освободив бровку, наверное, под себя же или под стеночку, не знаю. Но Никита Иванов немножечко не понял своего нападающего. Посмотрим, сможет ли тройка Иванов, Жеребятьев, Ширинков сравнять счет. Между тем у нас остается уже почти 2,5 минуты до конца второго тайма. И пока предпосылок к тому, что счет сравняется, я не вижу. Жеребятьев. Горелов просто откровенно в спину двумя руками толкает Жеребятьева, за что и получает закономерно желтую карточку от главного арбитра сегодняшней встречи. Самохвалов на Сурмыча. Сурмыч — продольная передача на Ширинкова. Ширинков один в один против Горелова. Сыченков страхует своего центрального защитника. Сыченков. Никита Иванов. Сыченков великолепно. Двоих уходит. Отдает на Прудникова. Прудников разгоняет. Под правым углом выходит. И правой ногой забивает ближний угол. И сейчас становится 4-2 в пользу команды Аминева. Я думаю, дорогие друзья, это уже все. Это уже все. Так же, как и в матче победителей пары Меркурий Техносил, на которую выходит победитель этой пары, да, там также был, ну, примерно в это же время забит четвертый мяч Техносил, и там также счет был 4-2. И максимум нашего, наверное, пищевика хватит лишь повторить результат той встречи, и как Меркурий забить в добавленное время, там, я не знаю, третий мяч. Ну, это мяч, скажем так, уже такой, хлопнуть дверью напоследок, не более того, и счет, чтобы более-менее такой был боевитый. Но Александр Прудников не собирается останавливаться. Передача в центр на Погосяна. Получает обратную передачу от 98 номера. Бьет издали. И, к сожалению, мяч уходит за линию ворот. Тем временем у нас остается минута. Посмотрим, сколько добавит главный арбитр встречи. Происходит замена, не торопясь у нас. Ну да, все уже идет так к закату. Костенко великолепно на опережение опережает Никиту Иванова, бьет поворотом. Накрывает удар сам же Никита. В правом крае Сурмыч. Сурмыч — длинный заброс. Локтионов неудачно так играет. Еще... И если бы Даниил Жеребятьев немножечко так притормозил бы, вполне возможно, мяч бы к нему отскочил, так попал в спину и остался у игроков в синем. Сыченков. Ков на Кожевникова. Кожевников с стопой на Шишкина. Неудачно. Вот Ширинков. Жеребятин. Ширинков. Удар в дальний угол. 4-3. Смотрите, как мы с вами сегодня предсказываем голы, да? И у нас счет такой же, как, скажем так, назовем его, в параллельном матче Меркурий Техносилы. 4-3. Интересно, как будет происходить очная встреча между Аминевой и Техносилой. Как видим, 1/8 на данный момент они проходят даже с одинаковым результатом. Да и развитие событий примерно одинаковое. И там было 4-2. Правда, разница лишь в том, что у победителя пары Меркурий Техносилы было две красные карточки, а вот у Аминева сегодня две желтые карточки, да? У Горелова и Прудникова. То есть Аминева, можно так сказать, более дисциплинированная команда, чем Техносила. Тем временем Прудников, скидка на Кожевникова. Кожевников пытался переправить в касание. Пятый мяч неудачно. Происходит замен, но это уже больше для затяжки времени. Так и неизвестно, сколько Михаил Першин добавил к основному времени матча. Поглядел он на часы. Тут уже со скамейки Аминева говорят время. Михаил Першин говорит нет. За временем я здесь слежу. Тем временем Прудников перехватывает у Самохвалова. Передача в центр на Кожевникова. Великолепен Крючков! Очередную замену
просят аминьевцы. Михаил Першин делает вид, что не обращает внимания на их просьбы. Нет, все-таки происходит замена, да. Произошла замена. Разрешил главный арбитр матча произвести ее. Уже занес свисток для финального озвучивания. Жеребятев, скидка в центр, неудачно. И финальный свисток, 4-3, Аминьева. А с вами смотрел этот матч комментатор ЛФЛ ТВ Антон Погодин. При поддержке великолепной операторской группы во главе с Ярославом Моисеевым. Ну что ж, красивый футбол, красивый результат. По статистике сегодняшнего матча Аминьеву нанесло 17 ударов против 20 у пищевика. Удары в створ 11-8. Нарушение 7-3 в пользу команды Аминьева. По желтым карточкам 2 у Аминьева, у пищевика 1. То есть по всем статистическим показателям Аминьева сегодня добросовестно, качественно проходит в 1/4 стадию летнего кубка 2020. За сим все. До скорых встреч. Listen. I am right. It ain't no breaking me. I am right. It ain't no shaking me. I am right. It ain't no earthquake. It's me. I am right. Oh, I am right. Oh, I am right. It ain't no breaking me. I am right. It ain't no shaking me. I am right. It ain't no earthquake. It's me. I am right. Oh, I am right. Oh, I am right. Criticize me before you try to do me a solid. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather. But now I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we can go make it like Eve and them two locks said. Who not better about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings. Not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Take them sour lemons, make lemonade and stop sucking. I am right, it ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right, there ain't no earthquake, it's me. I am right, oh, I am right, oh, I am right. It ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right, there ain't no earthquake, it's me. I am right, oh, I am right, oh, I am right. I'm rock like coal is old and dusty, but y'all already know what's underneath. Give me some time and keep applying pressure. Watch me shine like the ex-bad boy. It'll all be fine. Dig down deep, search for the energy I can't lose. Get in touch with that inner energy. Game face on, see this mug, you remember me. Focus out the pain, ignore any injury. Then again, I am rock, can't really injure me. Ship off a piece, all you gon' get is a little me. Got one from almost every tough time in my history. Hence, the new team rock, brothers, are you still with me? Got a bunch more. During my last stage of misery, my little G's had shrimp to me. Are you kidding me? I get stronger every time they try to finish me. Don't die, we multiply. Can I get a witness? I am right, ain't no breaking me. I am right, ain't no shaking me. I am right, ain't no earthquake, it's me. I am right, oh, I am right, oh, I am right. It ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right. But I am so strong, I really can't go wrong. I ain't staying so long, I ain't going home. Rock man going hard till I can't no more. Tomorrow is Friday the 13th. Me and bad luck been happy. If you can't hurt me, can't serve me. I win every time I see him, even with all his undermined cheating. Every time I beat him, I think the odds must be his crew. Huh? Word, they always been against me too. Huh? They can't see me neither. Anyone thinking he could keep me out my championship, he fool. I am right. No breaking me, I am right. No shaking me, I am right. There ain't no earthquake, it's me. I am right, oh, I am right, oh, I am right. It ain't no breaking me, I am right. It ain't no shaking me, I am right. There ain't no earthquake, it's me. I am right, oh, I am right, oh, I am right. Listen, I am right. It ain't no breaking me, I am right. I am right, oh, I am right.
with you solid. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather. But I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we can go make it like Eve and them two locks said. Who not better about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings. Not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Take them sour lemons, make lemonade and stop sucking. I am riding, ain't no breaking me. I am riding, no shaking me. I am riding, no earthquake kiss me. I am riding. Dusty, but y'all already know it's underneath. Give me some time and keep applying pressure. Watch me shine like the ex-bad boy. It'll all be fine. Dig down deep, search for the energy I can't lose. Get in touch with that inner energy. Game face on, see this mug, you remember me. Focus out the pain, ignore any injuries. Then again, I am rock. Can't really injure me. Ship off a piece, all you gon' get is a little me. Got one from almost every tough time in my history. Hence, the new team rock, brother. Are you still with me? Got a bunch more. During my last stage of misery, my little G's, that shrimp to me. Are you kidding me? I get stronger every time they try to finish me. Don't die, we multiply. Can I get a witness? I am riding, no breaking me. I am riding, no shaking me. I am riding, no earthquake kiss me. I am riding. Friday the 13th, me and bad luck been happy. He can't hurt me, he can't serve me. I win every time I see him, even with all his undermined cheating. Every time I beat him, I think the odds must be his crew, huh? Word, they always been against me too, huh? They can't see me neither. Anyone thinking he could keep me out my championship? He I am riding, ain't no breaking me. I am.